Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. Сегодня у меня узор вот такой вот красивый, связан разными нитками, но вяжется он на самом деле очень-очень просто, состоит всего из двух рядов. Вот такой вот узор. Набираем петли обычным способом. Первый ряд вяжем лицевыми петлями, основной нитью. Второй ряд вяжем изнаночными петлями. Третий ряд. Берем нить дополнительного цвета. Далее вяжем нитью дополнительного цвета. Первую петлю снимаем. Далее одна петля изнаночная. Вторую петлю снимаем, нить перед петлей. Далее изнаночная, снимаем нить перед петлей. Так чередуем. Одна изнаночная, одну петлю снимаем. Нить у нас находится перед петлей. Так до конца ряда. Последняя кромочная изнаночная. Далее четвертый ряд. Кромочную снимаем. Если следующая петля у нас дополнительного цвета, провязываем ее изнаночной. Если основного цвета, провязываем лицевой. И так до конца ряда. Вязание не стягиваем. Вяжем достаточно свободно, чтобы узор хорошо смотрелся. Так, вот и все, весь узор. Два ряда, которых я не считаю, это лицевые петли, и далее вот эти два ряда узора. Здесь я начинаю вязать следующий ряд как первый, то есть лицевыми петлями, и далее повторяем по вот этому образцу. Если вы хотите вот такой вот узор, как первый мой вариант, то между вот этими между двумя рядами узора мы провязываем 4 ряда чулочной глади. Если вы хотите вот такой вот узор, то провязываем 2 ряда чулочной глади. А на этом все. Благодарю за внимание. Ставим лайки, подписываемся на канал. И напишите мне, пожалуйста, что бы вы связали таким узором. Все, всем пока!